Друзья, предлагаю сегодня вам обратить ваш внутренний взор на себя, сместить его с окружающих вас людей, постараться не обращать внимания на их мнение, а прислушаться к собственному. Что нам это может дать? Во-первых, вы начнете брать ответственность за свою жизнь на себя, сами определять, чем ее наполнять, чем заниматься и какая она будет вообще. А во-вторых, может быть даже в самых важных, вам будет проще перестать себя сравнивать с другими. Вообще, сравнение себя с другими – это прекрасный способ испортить удовольствие от любого события. У вас новая машина, а у соседа поновее. Вам дали премию, а сын маминой подруги зарабатывает миллионы рублей в минуту. Пожалуйста, обращайте внимание на себя, на свою жизнь. И будь счастлив. Вспомните, что может быть приятнее, чем посмотреть на кухню, где вымыта вся посуда, наведен порядок и вынесен мусор. Вы чувствуете себя по-настоящему окрыленным. Вот такие же маленькие дела вы можете реализовывать во всех сферах деятельности. Может быть, подготовить резюме, может быть, придумать свидание для ваших отношений. Вот эти маленькие дела, которые вы будете доводить до конца, станут вашими маленькими победами, которые будут вас мотивировать развиваться в той сфере, в которой вы хотите. Берегите себя!